Не спорьте друг с другом ни по какому поводу. Не говорите плохо ни о ком. Не судите ни о ком. Не осуждайте и не унижайте никого ни словом, ни в сердце. Не ропщите ни на кого. Не подозревайте никого ни в каком зле. Преподобный Авва Исаия. Истинно мудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом. Авва и Перкий. Явный грешник, впавший в смертные грехи, более способнее к покаянию, чем тот мнимый праведник, который по наружному поведению безукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою. Святитель Игнатий Брянчанинов.